Футбольный клуб «Динамо Барнаул» в этом сезоне нестабилен, как наша погода. Поражения, ненужные ничьи, а местами вымученные победы. Перед очередным поединком против казанского «Сокола» в победе хозяев, кстати, никто не сомневался. Однако бело-голубые удивили всех. Гости пропустили первыми, алтайские футболисты не расклеились и вернулись в игру. На 75-й минуте Игорь Абрамов делает счет 1-1, а на 87-й Петухов выводит нашу команду вперед. Как итог, 3 очка, неожиданная победа над лидером, и «Динамо» с 14 места поднялось на 10 в турнирной таблице. У испанцев оказался точно Петухов. Да нет, все в порядке с 13 номером. Удар по воротам, боже, какой залетает Петухов, 13 номер, браво! Из Барнаула в континентальную хоккейную лигу, элиту российской игры с шайбой. Из «Динамо Алтая» в автомобилиста перешел Никита Миллер. Играя за нашу команду, в первом же сезоне хоккеист стал лучшим снайпером, забил 15 голов. За игрока барнаульский клуб получил достойную компенсацию в размере 3 миллионов рублей. А Никита – возможность проявить себя на большой арене. Теперь о баскетболе. Барнаул совсем скоро выйдет с отпуска, и мы уже видим трансферную работу. Клуб официально объявил об уходе Ильинова и Крылова. Появляются новости, что в теплый Краснодар перебирается Федюшин. Однако сам клуб пока что не разглашает эту информацию. Официальная подготовка к следующему сезону начнется 5 августа. И в завершении о фехтовании. Это кадры с бронзового матча алтайских спортсменов в рамках 12-летней спартакиады учащихся России. В командном зачете за 3-е место наши ребята соревновались с мячами. И по эмоциям видно, что бронзовые медали оказались наши. Дмитрий Дроздов, «День с толком».